Мы проводим очередной опрос портала Казысам по теме компьютерных игр у детей. Недавно был случай, когда второклассник на вопрос учителя, кем он хочет стать в будущем, ответил, что он хочет стать террористом. Выяснил, что ребенок активно увлекается компьютерными играми, в том числе Stand-Off 2. Поэтому мы решили уточнить мнение школьников по этой теме. Не играйте в нее. Ну, в школе никто не, там, не отмечается, в классе такое бывает же, что? Да, бывает, знаю. А какие игры в классе играют обычно все? Майнкрафт, Фортнайт, CSGO, Dota. Какие игры компьютерные играют? Мы не играем. Не играете? А вот обычно в классе обсуждают же такие какие-то известные, там, популярные компьютерные игры. Есть такие обсуждения? Нет, у нас нет. Вы слышали игру Stand-Off 2? Слышали. Как вы считаете, она хорошая игра, нет, плохая? Нормальная. Нет, не увлекаюсь этим. А в вашей среде студенческой какие-нибудь игры играются, обсуждаются, что вот очень... Да, CSGO чаще всего. А такой игре слышали, Stand-Off 2? Stand-Off 2? Нет, не слышал, но про Stand-Off слышал, про 2 нет. А что именно? Ну, то, что это вот мотив, как на CSGO похож, стрелялки. А, между спецназом и террористами? Да, да, да. Какая часть вам? Я играю, ну, в CSGO, бывает в Minecraft играю. Ну, не особо часто играю, но в Genshin играю. А, Genshin. Вы слышали о такой новой игре, о популярной среди детей и подростков, это Stand-Off 2? А, да. Мы играли в нее раньше. Раньше играли, да? Раньше. Сейчас не играю. Игры? Ну, это как CSGO, но на мобильнике. Ну, пародия. Пародия, да? Да. А что, какая сторона игры, вот, участие, ну, больше нравится? Как спецназ или террорист? Ну, мне больше, как спецназ. То же самое. То же самое, да? Я не играю в игры, не люблю их. А вот в школьной среде там вы делитесь впечатлениями там об играх. Какие игры больше всего играют в школу? Школьники? Ну, смотря если на телефоне, то тогда Geometry Dash, Stand-Off, не знаю, там Minecraft. А Stand-Off вот эту игру играл? Я раньше играл, 2 года назад, наверное. А о чем об этом играть? Это шутер обыкновенный. Похож на Counter-Strike, да? Да, схоже. А вот что тебе больше импонирует, играть в качестве спецназа или террориста? По-разному. Наверное, за спецназа. А вот почему именно? Ну, защищаешь, там защищаешь. Мы играем в мобильные игры, да? То, ну, по типу Stand-Off, Minecraft, Free Fire, PUBG, Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans. А вот такой вопрос, а в школе какой из этих игр наиболее обсуждаемый? Ну, наверное, Brawl Stars, потому что она для малолеток. А Stand-Off? Ну, она более для подростков. Ну, там можно создавать лобби, да, на большое количество людей, чтобы вместе играть.